Воруют лес, разворуют и землю. С таким посылом сегодня митинговали возле Кабмина. Профсоюзные организации выступили против отмены моратория на продажу сельхозземель. По их словам, в Украине нужно провести полную инвентаризацию земельных ресурсов. Сейчас, по статистике, наделами владеет более 4,5 миллионов украинцев, и большинство актов на землю оформлены с нарушениями. Поэтому митингующие требовали изменить земельную реформу, а решение о пользовании ресурсами отдать в руки местных советов. Рынок земли не сформирован, непонятно, в реестре есть большинство разбежностей, в каждой области есть накладки одного акта на другой, есть конфликтные ситуации, где регистраторы, которых сегодня отпустили в частный сектор, регистрируют по несколько раз продажу одного и того же акта. Неясно, каким образом вообще будет формироваться даже регистрация, то есть уже происходит огромное количество конфликтов.